Կարծես հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք քաղաքի կողմ մարտիոքան կան Ռոման Մանելևի մամուլի ասուլիսը Նոայի դեմ հանդիպումից հետո Ռոման Գինեցիս Պերվորչի Պրոմաչ. Да, добрый вечер всем. Хочу прежде всего поздравить Ноа с победой, пожелать успехов в Еврокубках, в оставшихся матчах. Что касается сегодняшней игры, то, наверное, мы видели первые два мяча, мы пропустили со стандартных положений. К сожалению, у нас к нашему большому количеству травмированных добавились еще два защитника. Сергей Вакуленко вчера заболел, и сегодня Жунини мы во время матча потеряли. Такой форс-мажор, к сожалению, у нас не такая глубокая скамейка, чтобы закрыть эти позиции. Так получилось, так сложилось, что именно с этих позиций, где они должны были играть, мы со стандартов получили мячи. Но это футбол. Так получилось, еще раз говорю, это не умаляет заслуги, но они сегодня выиграли, и я их поздравляю. Насколько было оправдано выпустить Жунинью на позиции? Насколько было оправдано решение запустить Хамеса Родригеса на позиции правого вингера? Насколько оправданно, считаю, что очень интересно он смотрелся, особенно в первом тайме. Там связка с Алимао нам понравилась, мы ее наигрывали. Думаю, для соперника это было неожиданно. Что касается самой игры, самого рисунка игры в первом тайме, особенно до пропущенного мяча, считаю, что мы владели инициативой, мы владели преимуществом игровым, территориальным. И нам не хватило, естественно, наших, скажем, моментов реализации, их не так много было, но в таких играх надо реализовывать полумоменты, чтобы выигрывать. Не бывает в таких играх 10-15 моментов. Ну, мы, к сожалению, до гола сегодня не добрались. Что касается Хамеса, мы довольны его игрой. На позиции правого вингера он играл. Еще раз говорю, идея была связка его с Алимао, плюс его скорость, плюс заход в середину под левую ногу, то есть были идеи. Потом он играл по ситуации уже левого вингера в игре, левого латераля уже, и как бы уже там меняли, искали. Это уже ситуативные изменения такие. Ну, хотел бы еще раз отметить, в той ситуации, в которой находимся мы, она непонятная, сами знаете, я долго не буду говорить, что там будет в будущем, какая ситуация с клубом. Много травм, они все игровые, у многих Жунинью подозрение опять на крестообразную связку, к сожалению, завтра будет обследование. Ребята, я считаю, сегодня себя с наилучшей стороны проявили, показали дух, характер, желание огромное. Я думаю, игра сегодня понравилась болельщикам, поэтому я хотел бы только поблагодарить наших ребят за эту игру. Սանտոսի մասով մենք ինչպես նկատեցինք նրան փորձում էին կառուցել համագործակցությունը Ալեմոյի հետ եւ առաջին խաղարկեցին նրանց համագործակցությունը բավական լավ էր ստացվում արագացումները Ալեմոյի հետ եւ ես կարծում եմ որ մենք այդ երկ մրցակցի նաեւ առաջին կազմակերպեցին միջև գնդակ ընդունելը ունենք մենք տարածքային ու խաղային առավելություն բայց նման խաղերում պետք է օգտագործել քո բոլոր պահերը եթե նույնիսկ ես պահես ունենում պետք է օգտագործես դա դու տեսակ որ նաեւ Սանտոսը խաղի ընթացքում տեղափոխվել ձախ վինգերիկ ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ ասել որ ակումբում իրավիճակը անորոշ է եւ դա նույնպես անհրաժարվում է եթե գիտեք որ մենք նաեւ շատ վնասվածքներ այսօր նաեւ հասկացում եմ որ ջունիորների մոտ խաչատեր պապաների վնասվածք է բայց ընդհանրապես բոլորին լավ կողմից այսօր
Все, спасибо.